На сцене ученики Богдановской общеобразовательной школы. Песни наших отцов. Снежинки.
Браво! И снова на сцене ученики Богуславской общеобразовательной школы. Они сейчас исполнят песню «Киеве мій», солист Виктор Борисенко. Сердцем и творческим человеком. Я искренне поздравляю его с этим праздником, вас тоже. И хочу пожелать ему больших творческих успехов, здоровья крепкого, семейного счастья. Радует наши сердца. Дитинство – світ.